субботний вечер ульяновцы услышат самое знаменитое сочинение немецкого композитора Карла Орфа – «Кантату Кармина Бурана», что в переводе с латинского означает «байернские песни». Произведение было написано в 1936 году, но кантата и сегодня не сходит со сцены. Она поражает своей монументальностью, новизной жанрового решения. Сейчас в Ленинском мемориале идут репетиции этого произведения. Концерт входит в программу фестиваля музыки «Осенние гастроли». Оркестровая часть, она достаточно простая, и вроде бы, с одной стороны, там нечего делать, но там такие удивительные находки в области тембра, в области сочетания различных инструментов, что вот над каждым созвучием там нужно работать. То есть это, вот есть замечательная фраза, касающаяся музыки одного из русских композиторов, Георгия Свиридова, художника Юона, который сказал: «Как мало нот, как много музыки». И вот в данном случае к Кармине Буране, наверное, можно отнести и это. Музыка кантаты обладает почти гипнотической силой воздействия. Она красочна и живописна. Номера, посвященные любви, исполнят солисты Большого театра России: Екатерина Лехина – сопрано, Леонид Бамштейн – тенор, Константин Сучков – баритон. Роль солистов важна очень в этой кантате. Хотя на самом деле вот эти сольные куски, может быть, не слишком известны, как вот знаменитый вот этот отрывок. По крайней мере, у меня партия, для меня это очень непросто. Там надо использовать и уметь и фальцетом петь, и тесситурно очень сложно. Поэтому каждый раз очень я серьезно готовлюсь, чтобы спеть это произведение. Сатирически пародийные песни монахов будет озвучивать Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла имени Эйдинова, один из лучших хоровых коллективов России. Музыкально оформит кантату Ульяновский государственный академический симфонический оркестр губернаторский под управлением главного дирижера и художественного руководителя Ильи Дербилова. К слову сказать, оркестр увеличен группой ударных инструментов. Многие номера кантаты стилизованы под народно-песенный фольклор, а танцевальные ритмы увлекают своей энергией, подобно магическому обряду. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.